В Одинцовском районе проживают 725 человек, в судьбе которых Афганистан оставил неизгладимый след. Они отправились отдавать долг родине в эту азиатскую страну, когда были еще совсем мальчишками. Многим тогда едва исполнилось 18. Больше половины наших афганцев пришли в Дом культуры «Солнечный», чтобы накануне важной даты вспомнить боевую молодость. Тяжелыми были эти 10 лет. Были радости побед, безусловно, успехи, военные успехи, политические, дипломатические успехи. Но, к величайшему сожалению, была и остается в сердцах у вас, у всех нас, горечь потерь и поражений. В зале ДК «Солнечный» собрались не только воины-интернационалисты. В первом ряду на почетном месте Рушалия Абдулловна Синева. Ее сын Александр Целоусов, первый одинцовец, погибший в Афганистане. А на сцену выходит Николай Чуркин. Именно он 30 лет назад разрабатывал план вывода наших войск и отдавал приказ бригаде спецназа в Джалалабаде покинуть страну. Мы выполняли долг. Мы строили дороги, электростанции. Мы делали заводы, мы школы строили, мечети строили. Мы делали там доброе дело, и мы назывались шурави. И мы шурави до сегодняшнего дня. К юбилейной дате одинцовские воины-интернационалисты были награждены памятными медалями. А завершился праздник концертом группы «Каскад», для музыкантов которой война в Афганистане тоже часть биографии.